Нежные куриные котлеты с крахмалом уже давно всем полюбились и стали частым блюдом на обеденном столе. Это универсальное блюдо, которое пользуется популярностью у многих хозяек. Подойдет на ужин или обед. Котлеты можно взять с собой на перекус или пикник. Давайте приготовим. Филе куриной грудки нарежем кубиками. Его предварительно нужно подморозить, тогда резать будет легче. Кусочки слегка порубим ножом. Мясо перекладываем в миску и отставляем в сторону. Репчатый лук нарежем на крупные кусочки. И переложим в блендер. Туда же добавим 3 зубчика чеснока и немного воды. Измельчим до кашеобразного состояния. Луково-чесночную массу добавим к фаршу. Туда же разобьем 2 яйца. Добавим 3 столовые ложки кукурузного крахмала и 1 чайную ложку соли, а также любимые приправы. Я добавила черный молотый перец и паприку. Все хорошо перемешаем. К массе можно добавить пару столовых ложек сметаны или майонеза. Все на ваш вкус. Миску закрываем пищевой пленкой и убираем настаиваться минимум на час, а лучше на ночь в холодильник. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла без запаха. Ложкой выкладываем фарш и жарим с двух сторон до готовности. Со второй стороны жарим под крышкой. Готовые растрепки выкладываем на тарелку. Получились сочные, нежные, воздушные котлетки. Просто объедение. Советую приготовить. Всем приятного аппетита!